Впервые Международный образовательный центр компьютерного дизайна и анимации «Арена мультимедиа Ростов» выпускает слушателей по курсу 2D-дизайн и анимация. Ребята получили навыки работы в программах обработки звука, монтажа, видео и рисования анимации. Я занималась первый курс. Мы проходили изображения, редактировали разные программы Adobe, как Photoshop, также Corel Draw проходили, Illustrator. Там очень интересные эффекты, которые можно производить с изображениями. Меня это сразу очень покорило, и я хотела дальше заниматься. Сейчас я на втором курсе, тоже мы сейчас заканчиваем, проходим уже видеомонтаж, звуковой уже прошли. Это все очень интересно, увлекательно. Было увлекательно. Пришло время защиты портфолио. Маргарита подготовила визитку свадебного агентства. Работы получились разные. Каждый студент этого курса приготовил свою работу, свою проектную работу. То есть они сами выбирали себе темы. Там среди различных работ уже готовых это маленькие фильмы, мультипликационные фильмы, рекламные ролики. Даже есть социальная реклама, снята с использованием самых современных технологий. Преподаватели оценивают портфолио по нескольким параметрам: идеи и креативность, применение полученных знаний на практике, использование изученных программ. Ребята старались не подвести преподавателей. Это был анонсовый ролик нашего проекта. Мы делаем на факультете проект, где это будет видеодайджест, обзор игр и приложений для Android и iOS. В общем, я показывал анонсовый ролик хронометражом 30 секунд. В нем, собственно, основные моменты самого проекта, геймплейное видео из игр и приложений. В декабре «Арена мультимедиа Ростов» набирает новую группу. Все подробности у консультантов «Арены» по телефону 273 83 29.